начинает, понимаете, гнаться за модой, как бы, вот, что востребовано в смысле фестивального какого-то успеха. Вот, потом такое поветрие какой-то формы кинематографической. Вот я никогда над этим не задумывался, вы знаете, сделают так, чтобы все, ах, это меня никогда не привлекало. Ну вот сейчас это привлекает людей, они ищут какой-то, значит, ну они не задумываются над тем, что форма как раз очень быстро стареет, потому что как проходит время и говорят, а это вот похоже на то-то или на то-то. Идет. Я никогда не гонялся за эффектом кинематографическим. Мне интересна была история, люди, про которых я делаю картину. И вот, может быть, поэтому они, так сказать, стали... Я искал какие-то конкретные черты человеческие, подробности вот той истории, настроение общее в картине и связь обязательно с каким-то вот признаками жизни окружающей того именно времени, в котором эти люди жили, понимаете, и проблема какая-то общественная, которая, но это вот я искал так, чтобы это было гармонично связано между собой, а не то, чтобы ставить как-то проблему, обозначать, оно так вытекало из... не сразу. Так уж получилось. Люблю я ее. Полюбил вот и все. Я хочу, чтобы она здесь жила. У нас. С нами. А? Федор, ну проснись ты. Разве же ты меня послушаешь? Ладно, пусть живет. Молодец! Если ты, в общем, идешь от сути где-то, ну, естественно, через образы, через, а не просто там, чуть умозрительно, то тогда это, наверное, поэтому и мои картины как-то сегодня востребованы. Они очень конкретно привязаны к времени, в котором они происходят. И вот, как я понял, общаясь со зрителями, даже вчера, когда это было, они узнают это время, которое они прожили, и поэтому оно им дорого, как бы сложно они ни жили. Ну, своя жизнь человеческая, которую они прожили, и время, в котором они прожили, они узнают, и узнают себя. OneTVNet.ru. Смотрю, что хочу.